Четыре знака зодиака встретят свою судьбу с 10 октября. С 10 октября четыре знака зодиака окажутся на пороге судьбоносных встреч, которые изменят их жизнь навсегда. Кто из них найдет свою любовь, партнера или того, кто станет частью их сердца и души? Узнайте в этом видео, каким знаком суждено встретить свою судьбу. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить важные астрологические предсказания и быть первым, кто узнает о грядущих событиях. Первый знак – Рак. С 10 октября для раков начинается невероятно важный период, период судьбоносной встречи, которая изменит их жизнь навсегда. Эта встреча будет наполнена глубокой эмоциональной связью, словно вы нашли человека, который понимает вас с полуслова. Ваша душа почувствует спокойствие и уют рядом с этим человеком, и вы сразу поймете, что это не случайность, а долгожданная судьба. Возможно, это будет встреча с тем, кто станет вашим спутником жизни, или с другом, который будет рядом с вами на протяжении многих лет. Раки, готовьтесь к тому, что с 10 октября судьба откроет вам дверь к новой и глубокой связи, которая наполнит ваше сердце теплом и радостью. Второй знак – Козерог. Козероги, с 10 октября вы окажетесь на пороге судьбоносного события, которое изменит вашу жизнь. Встреча с человеком, который станет важной частью вашего будущего, произойдет тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете. Этот человек может стать вашим партнером, другом или наставником, но одно ясно, судьба подготовила вам особенный подарок. Ваша связь с этим человеком будет основана на доверии и глубоком понимании, словно вы знали друг друга всю жизнь. Эта встреча станет началом новой главы, и вы почувствуете, как меняется ваше восприятие жизни. Будьте готовы к тому, что с 10 октября ваша судьба примет новый, неожиданный, но невероятно счастливый поворот. Третий знак – Близнецы. Близнецы, с 10 октября звезды обещают вам судьбоносную встречу, которая перевернет ваш мир. Возможно, этот человек войдет в вашу жизнь случайно, но с первых минут вы почувствуете, что эта встреча не просто так. Этот человек может стать вашим партнером, соратником или другом, но одно неизменно, ваша жизнь изменится благодаря этой встрече. Вы обретете кого-то, кто вдохновит вас на новые свершения, откроет перед вами новые горизонты и станет важным звеном в вашем будущем. Близнецы, с 10 октября вас ждет невероятное событие, которое принесет в вашу жизнь радость и смысл. Откройтесь для новой судьбы, которая уже стучится в вашу дверь. Четвертый знак – Стрелец. Стрельцы, для вас с 10 октября начинается волнующее путешествие, которое приведет к встрече с вашей судьбой. Эта встреча будет наполнена энергией и страстью, словно звезды сами свели вас вместе. Возможно, этот человек войдет в вашу жизнь как партнер или друг, который станет частью вашего самого важного пути. Вы сразу почувствуете глубокую связь, полное понимание и единство целей. Стрельцы, эта встреча станет для вас началом нового этапа, где вы будете двигаться вперед с невероятной силой и вдохновением. С 10 октября судьба приведет в вашу жизнь человека, который станет неотъемлемой частью вашего будущего счастья.